В Аргеве подсвечивают зебры. Красные лампы позволяют водителям заблаговременно увидеть пешеходов, а последние при этом чувствуют себя увереннее. Вероятно, поэтому за полгода на переходах города пострадал только один человек. Такое есть только в Аргееве. Получилось хорошо. Нужно, чтобы по всей стране была такая подсветка. Она помогает снизить количество ДТП. Издалека видно, что тут одна зебра, а там другая. Смело перехожу тут улицу и учу внуков. Конечно, такие переходы помогут избегать аварий. За рулем своей машины я издалека вижу, когда к переходу подходит пешеход. Впервые красную подсветку опробовали в Аргееве в 2018 году при Илоне Шоре во время ремонта уличного освещения на улицах города. Нынешний мэр Павел Вережан видит свою задачу в продолжении положительных изменений. В муниципии Аргеев такая подсветка на 10 переходах. Мы выбрали самые сложные на главных улицах с наиболее оживленным движением. Проект будем продолжать. Уверен, что до конца года мы оборудуем все 40 переходов. Ни в одном другом городе страны подобной подсветки на зебрах пока нет.